сегодня на танкодроме Гошского полигона проводится состязание на лучшего механика-водителя в войсках Западного оперативного командования. Механики-водители показывают свое мастерство во владении боевой техникой, выполняя зачетное упражнение по вождению боевых машин. В соответствии с курсом вождения механики-водители преодолевают препятствия, показывают свои навыки в маневрировании, в скоростном режиме на маршруте движения. В ходе выполнения упражнения по огневой подготовке наводчикам орудия и командирам танков будут определены лучшие в данных категориях, лучшие из которых потом представят команду Западного оперативного командования на состязание вооруженных сил.